Начнем заново. Я просто художник Александр Алёнин. Я просто мечтаю рисовать для города своего. И я делал это 17 лет каждый день, не имея ни друзей, ни подруги, ни денег, с этого ничего. Просто я больной, городской, сумасшедший. Я рисую на... Сначала рисовал на плитах, потом стал на стенах мелками, детскими мелками, обычными. И уголек использовал древесный в качестве темного цвета. И вот я прожил всю жизнь, скоро мне умирать. Ни одного рисунка не осталось. Все смыло дождем. Кто-то обоссал мой рисунок. Мне все равно, я рожден созидать. Кто-то сыт сал на мой рисунок, а я неподалеку рисовать новый начинал. И мне все равно. Моя мечта сделать так, чтоб все дома были разрисованы красивыми цветами, пейзажами. Пожалуйста, услышь меня, солнце, Господь, услышь меня. Бесплатно я буду рисовать. Пожалуйста, услышь меня. Я обращаюсь к девушкам. Если хотите, то вы можете просто получить любовь, объятия. Только скажите, если какая-нибудь девушка будет со мной когда-нибудь, скажи своим подругам, что он бьет тебя, потому что если ты скажешь ты правду, что я целую тебя так сильно, оставляя такие сильные засосы, они будут завидовать, и это будет еще хуже. Так что скажи, что на тебя напал маньяк. Ну вообще, моя мечта сделать город чудом света. Пожалуйста, помоги мне в этом. Вот и все. Я не умею играть, не умею петь. Все.